Они, конечно, не монтажники и не плотники, и с высоты не шлют привет, но их труд не менее важен и нужен. Благодаря им в наших домах распускается голубой цветок газового пламени, обеспечивая уют и комфорт. «Газпром» газораспределение «Черкесск» – одно из крупнейших предприятий Карачаево-Черкесской республики, которое снабжает природным газом жителей республиканской столицы уже на протяжении 60 лет. Компания собрала под своим крылом мастеров своего дела, а некоторых специалистов высокого класса взрастили, можно сказать, прямо на предприятии. Я работаю в «Газпроме» газораспределения город Черкесск более 10 лет. Начинал с обучением, вообще учеником, потом слесарем 3-го разряда, на данный момент уже слесарь 5-го разряда. Научился многим вещам. Работа наша — обслуживание внутридомового газового оборудования, то есть ремонт колонок, котлов, печек, газопровод внутридомовой. Устраивает ли вас зарплата и условия работы? Заработная плата устраивает. Заработная плата зависит от того, сколько ты сделаешь. Грамотные специалисты не только востребованы, но и могут рассчитывать на достойную оплату своего труда. Размер оклада газовщика напрямую зависит от его работоспособности и квалификации. Специалист должен хорошо знать, как правильно выполнять работу в газоопасной среде, уметь пользоваться газозащитной одеждой и оборудованием, быть осведомленным об устройстве вспомогательной арматуры и газопровода и обладать прочими практическими навыками. При этом список требований может корректироваться в зависимости от места работы и уровня квалификации специалиста. Впрочем, при успешном прохождении собеседования свой коллектив здесь готовы принять и работников с минимальными знаниями. На базе предприятия работает свой собственный учебно-методический центр. Мы приглашаем на работу слесарей по эксплуатации и ремонту газового оборудования, подземных газопроводов, электрогазосварщиков, монтажников промышленного газового и газоиспользующего оборудования, машинистов экскаватора. Мы предлагаем нашим работникам стабильную работу с достойной официальной заработной платой, с предоставлением социального пакета, выплат социального и стимулирующего характера. Общество осуществляет подготовку и переподготовку кадров на базе собственного учебно-методического центра. Акционерное общество «Газпром» газораспределения «Черкесск» занимает достойное положение в газовой отрасли Юга России. Компания с богатой историей. В этом году ей исполнилось 60 лет. Большими перспективами и крепкими традициями. Мы занимаемся транспортировкой газа на территории Карачаево-Черкесской республики, а также оказываем весь спектр услуг в сфере газоснабжения. Кроме того, на коллектив общества возложена ответственность за реализацию действующих программ газификации и догазификации на территории региона. Будем рады принять свой коллектив высококлассных специалистов, стремящихся к достойным условиям труда и самореализации. Внимательность к деталям, скрупулезный подход к выполнению своих обязанностей, высокий уровень самодисциплины. Эти качества обязательны для кандидатов, которые претендуют на работу в газовой компании. Сейчас в «Газпром» газораспределении «Черкесск» трудится порядка 1000 специалистов. Более половины из них – представители рабочих профессий. Все они не только коллеги, но и единомышленники. Подробнее об имеющихся в «Газпром» газораспределении «Черкесск» вакансиях можно будет узнать на Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможности», которая пройдет 23 июня в Черкесске в здании Северокавказской государственной академии по адресу улица Ставропольская, дом 36. Время проведения с 10 до 15:00. Фатима Куршева, Назир Капушев, Архыз 24.